Добрый день, сегодня мы готовим вот такое вот изысканное блюдо, деликатес из куриных лапок. На самом деле, может он выглядит непрезентабельно, но это довольно полезная вещь. В интернете об этом много написано, не буду я это пересказывать. Купил сегодня их, 39 рублей килограмм она стоит. Вот довольно вид они, вот первый раз вижу, я готовлю их часто. Чтобы они были чистые, реально, чистые, без всякого мусора. Обычно вот здесь вот подушечки черные у них. Здесь я хотел их почистить даже, но решил, что смысла нет. Они очень приятные на вид и на ощупь. Некоторые, когда готовят, они их немножко в кипятке ошпаривают, в кипятке или над газом держат, потом снимают всю эту кожицу. Ну и постригают когти. Ну, я в этом смысле не вижу. Они действительно какие-то молодых куриц. Когти очень маленькие. Ну, для того, чтобы... Мы будем их жарить. Сначала варить, потом жарить. Для этого нам понадобится... Здесь у меня килограмм лапок. Масло понадобится. Грамм 50-100. Соевый соус. Чеснок. Будем использовать чеснок. 8 зубчиков. Анис тут еще рекомендуют, но нет у меня аниса. Перец молотый. Соль, соответственно. Вот для начала мы сейчас их отварим, эти лапки. Так, их уже, лапки я тщательно промыл, залил в кастрюльку. Пока не солим, но сейчас поставлю на огонь, и минут после закипания варим 10 минут. Все, ну, они уже сварились, сейчас я буду высыпать их на заранее нагретую сковородку с маслом. И посолю и буду варить, периодически помешивать на слабом огне минут 40, наверное. Так это выглядит пока не аппетитно. Сейчас немножко съежится, я... Нет, заранее посолю лучше. Такая закуска у нас. Это еще называют закуской. Я обычно мясо не солю, но решил тут... Вдруг еще кто-нибудь есть. Все. Сорок минут будем вот это вот жарить хозяйство, но на слабом огне. Так. Жарится оно уже полчаса, вот такой румяной корочки дошло. Еще минут 10 и буду засыпать сюда приправу, соус. И будет 10 минут она томится в соусе. Это еще называется закуска. Как раз я взял тонжурик небольшой. И попробую, как это вот с горячительным напитком пойдет. Вот такая у меня получилась заправка. Там соус соевый, да, чеснок и перец. Перец я решил красный использовать. Используется красным перцем, мне больше нравится. Даже не потому, что я черный не нашел. Вот так вот сюда вот наливаем. О! О, так. И мешаем. Перемешиваем, и она еще минут 10 будет томиться вот в этом вкусном соусе заправки. Да, 10 минут мы будем через 10 минут наслаждаться вкусной закуской. Каждому дам обязательно попробовать по ножке. Но я что-то сомневаюсь, что у нас вот это хочется. У меня супруга что-то отказывается. Такое есть. Я такое делал раньше. В Севастополь, когда приезжали. Да и дома. Дома я до этого варил просто. Когда один, допустим, живешь, я на них суп себе варил на вот этих ножках. Что получается? Вот. В Севастополе питался такой. Очень полезный для суставов.
И там есть какой-то пигмент, умолаживающий для кожи. Все, практически блюдо готово. Еще минут 10 потомится оно. Все, вот такая у нас красота получилась. Сейчас я попробую на вкус. В принципе, она такая еще горячая все. Сейчас я... такое перченое. А вкус реально... Перец немножко я переборщил. Но очень, очень съедобно. И очень вкусная закуска, реально. Просто... Просто объедение. У нас сегодня день рождения, годовщина свадьбы жены. Вот я сейчас буду ее как себе закуску сделал. Вот водочку сейчас буду вот это потреблять. Так что всем рекомендую. Удовольствие дешевое и вкусное. И очень полезно. Извиняюсь, что я жую, или что-то разговариваю. И очень полезно для суставов. Это актуально. Мне особенно нравится в этом все вот эта часть. В данном случае почему-то они все чистые. Когда я покупал Севастополь и раньше, вот здесь вот все было грязное, какое-то черное. Приходилось колупывать, а вот в этих курицах. И лапки у них какие-то маленькие, вот реально. Очень маленькие. Вот это, откусаешь? Реально вкус есть. Немножко они, конечно, липкие, но там желатин. Ну, где же кожа отменная? Стоит своих денег. Вот. Тем, кто еще не подписался, подписывайтесь. Канал у меня очень разносторонний. Там и готовка, и север, и распаковки. Чего только нет. Что придет в голову, то я снимаю. Даже у меня улоги бывают, ну, редко. Ну, может быть, буду скоро уложить больше. Так что, до свидания.